36-летнего берчанина и его супругу ограничили в родительских правах в отношении трех несовершеннолетних детей. В результате детей передали в Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. А родители обязали уплачивать алименты. Должники стали уклоняться от уплаты алиментов и скрываться от судебных приставов-исполнителей. В ходе работы по исполнительному производству мужчину разыскали и принудительно доставили в отделение к судебному приставу-исполнителю. На должника составили протокол об административном правонарушении. В случае дальнейшей неуплаты алиментов возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебным приставом-исполнителем проводятся меры, направленные на исполнение требований исполнительного документа в соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве.